Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth on my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees. Digging my earth on my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the... Здравствуйте. А что у вас тут случилось? Да у нас тут приключение небольшое. Какое? А вы кто, будьте добры? Я просто до вас не переживаю. За меня вы от людей поступили, да? Не-не-не, я сам по себе. Здравствуйте, ребята. Ну, вы знаете, сейчас меня, женщина расскажет, лично, а потом мне лично кажется, что реально со мной Давайте. Меня оскорбляют. Я протестую. Наверное, было какое-то, может, вы нарушили что-то. Ну, может ехали. Даже если я что-то и нарушила, то Но следовало не со надо, мной разговаривать случае. Так, как я того заслуживаю. Вот да. товарищи дети мои. А что у вас так много, ребят? Ну, они просто меня осаждают, потому что перед этим здесь была полиция не некая. Я не накручиваю. Я думаю, как что, наверное, Дмитрий, же... можно спокойно? Ну, не важно, я не пойду. Не важно. Не пойду. Давайте сюда пойдем. Давайте. Давайте пройдем. Вы давайте сфотографируем эту процедуру. Не, я снимаюсь, не переживай. Конечно, обязательно снимаю. Смотрите, все. Видите? Мы извиняемся. Да. Мне сначала надо извиняться, потом освидетельствовать. На улице а. Вот вы со мной это делаете, хорошо? Подойдите поближе, чтобы вы видели. Подождите, товарищ полицейский. Основание для драгера на данный момент. У вас есть подозрение? Да. Есть подозрение. Вы женщину остановили? Нет. Или просто ехали мимо? Нет, они приехали по просьбе одного из... Нет, подождите, давайте. Я объясню, как это случилось. Я ситуация. Думаю, что полицейский, который с драйвером, он сейчас на данный момент... А вы сейчас начнете по очереди объяснять. Я знаю ваши расклады, вы сейчас каждый мне объясните. И в итоге драйвер продвинется. Нет, вот не хочу. Я хочу все-таки диспетчер... Хочу все-таки... Подождите секундочку. Я готова, чтобы меня уже до конца заоскорбляли. Я думаю о том, что инспектор, который должен сейчас драйвер... Ну вот видите, вы меня отвлекли, все, всунули драгер. Ну не есть хорошо. Женщина сказала, что она не пила. Если показывать по нулям свидетели, вы видите? Вот, вот видим, да. Еще раз. Можно, да? Да, ради бога. Так а какое подозрение у вас было о том, что женщина в каком-то состоянии? Не, я не хочу вас. Я вам не могу разрешать. Я вот хочу. Я хочу слушать человека, который с драгером. Можно? Аккуратно, вы что? Ну вы что, вы пистолетом мне сейчас побьете камеру? Ну, так смотрите, как получается. Но она имеет право не открывать. Ну, я хотел извиниться. Ноль, по нулям. Ну, как я бы, вы понимаете. Я хотел извиниться, я обещал. Так вы все должны извиниться перед женщиной. А как идет? Как вы ее это самое? Так а что вы посъезжались? Раз, два, три, бля. Чего вы посъезжались? Я не буду объяснять. Ваше удостоверение можно? Дуже, ваше удостоверение можно? 18-3. Снимать я его точно не буду. Ой, простите. Кутевич Дмитрий Александрович, 20-20. Скажите, не, подождите, ну что значит все? У вас вот так вот получается... Яскевич Александр Дмитриевич, 20-20. У вас получается, вы сначала... Нет, а я знаю, что вы всегда спешите, ребят. Ну, можно уделить 2 минуты, а потом будете спешить. Отпустите вот эту машину, вот эту, а потом вы поедете. Хорошо? Ну, я вам советую лучше бы, а то понасобирали тут всех, кого не лень. Смотрите, какая ситуация. Вы женщину остановили? Я нет. А почему вы ей драйвер дали? Ну вот, на основании чего драйвер дали? Есть подозрение, были подозрения. Вы остановили или остановились возле нее? Я нет. Почему драйвер у нее оказался? Объясните, почему вы ей должны были давать драйвер? Я жил, процедура съездить. Она стояла? Женщина стояла или женщина ехала? И ехала, и стояла. Ну как она может и ехать, и стоять? Ну, хлопцы, легко, вы что? Смотрите, вот автомобиль движется, а колеса крутятся. Потом... Я на данный момент, на прошу данный момент прощения, он стоит. Вы, правы, вы подъехали, да. Правильно? Да, подъехали, да. У вас было какие-то ознаки того, что... Уезжайте, ребята. Ознаки того, что женщина как-то себя неадекватно ведет. Что вы сделали? Подошли, представились. Что вы дальше делали?
Ну, скажите мне. Я объяснил ситуацию и сказал, что мы вас больше не задерживаем, вы не нервничали, потому что уже... У нас есть подозра о том, что у вас есть какой-то статус алкогольного опьянения. Поэтому она себя так ведет. Я говорю, вы не пили? Нет. Почему вы себя так ведете? Она говорит, у меня там проблемы. Может быть. Я говорю, ну, может быть. Поэтому давайте, чтобы мы вот разъехали, чтобы я не выпустил пьяного на дорогу. Да, согласен. Если вы точно не пили? Она, да, я не пила. Тогда вам бояться нечего. Я перед вами извинюсь, и вы поедете дальше. А давайте отойдем, чтобы она не думала, что мы ей... Потом, естественно, для того, чтобы это все было пройти, вы драгер по нулям. Да, по нулям. Ну, я видел по нулям. Я привез драгер, писал, все, мы извиняемся, я хотел еще извиниться, но она закрылась. Видите, как бы, женщина нервничает. Ну, а как вы думаете, если сначала... Нет, она нервничает, я же сказал, по другим причинам. Если человеку говорят, что ты бухой, а мне дают драгер, и я не бухой. Как вы думаете, мне бы было с вами желание вообще общаться? Я думаю, что нет особо. Ну, поэтому она как бы села себе. Человек обязан пройти, либо отказаться. Это раз. Во-вторых, подозрения реально были, ну, ситуации, ну, у женщины такая в жизни ситуация, что она ведет себя вот так вот. Поэтому она, я думаю, и остановили ее так, сотрудник. Ну, по нулям, слава богу, она трезвая, она может двигаться дальше. Поэтому у нас претензий к ней нету. Слава богу, что никого не пьяные не сбили, а женщина трезвая. Вы знаете, я вам честно скажу, еще минуточку и разъезжаемся как бы. Я вам честно скажу, что вот, знаете, у меня есть знакомые, и я, кстати, буду ехать до начальника патрульной полиции Днепропетровска, до Владимира Баганиса, буду ехать в любом случае. И говорить о том, что человека задержали, так же само на драгер, час его держали, а потом он, драгер, влупился по нулям. То есть, ну время потеряно. Мало того, что время потеряно, ну, потому что в одной машине не было драгера, через 40 минут подвезла другая машина. Ну, ладно, это ситуации, как бы там... Так что, ему 3 часа стоять, денег не косить, а стоять 3 часа? 2 часа у нас есть, это таксист был? Ну, естественно. У нас есть 2 часа, чтобы пройти процедуру следственного драйва. Если человек, ну, смотрите, я ей сразу, она нервничала с экипажем. Я как замкомандир, я подошел, я объяснил, вам не надо нервничать. Давайте вот процедуру подаем, вы пили? Нет. Тогда вам не бояться, я вас отпущу сразу. Она быстренько прошла процедуру, и все, мы как бы не держим, человек может ехать. Не надо, не конфликт. Давайте, может, еще раз попробуем все-таки на данный момент. У вас попытка одна была, может, попробуем еще одну попытку, просто извиниться. Женщина? Может, она сейчас успокоилась. И если просто... она вам откроет, я подойду. Я извинитесь, да? Да, я давайте обещал. Я с ней поговорю. Ну, если человек соизволит, так как трезвый. Ну, подходите, я извиняюсь. И вы извинитесь, да? Вопросов нет. Удобно разговаривать? Как вас зовут? Не нервничайте только. Как? Любовь Петровна. Любовь Петровна. Ну, в общем, драгер показал, что вы трезвые. Сейчас на данный момент, как бы... Знаете, можно вам скажем два слова? В прошлом году Любовь Петровна, я просидела я прошу... под домашним арестом 2 месяца. Любовь Петровна, я вас очень прошу, не нервничайте. Пожалуйста, сейчас вот этот упырь подойдет. Поизменяйте перед вами и поеду дальше, а мы с вами продолжим беседу. Хорошо? Я вас прошу прощения. Я приношу извинения, что подозрения были. Просто вы успокойтесь, потому что машина трогает. Можно? Вы попросили прощения. Да. До свидания. Все, всего хорошего. Свободно. Понимаете, а вы стояли вообще, да? Какая-то шайка, понимаете? Какая-то шайка людей, которые тебя просто унижают. Делают из тебя идиота, а ты должен признать, что это правоохранительный орган. Это кретины, если как ты, которые были пьяницами или непонятно кем, их набрали вот в ту полицию, которые дружбанов по городу развели и спасают их непонятно от чего, и разводят людей. Да, я с вами согласен. Я уже этим занимаюсь. Я просто не позволю год скоро будет. Так обращаться, не позволю. Я ехала совершенно по правилам. Я повернула направо, он меня догнал и свернул навстречу. И поехал и стал возле этих своих дружбанов, которые там, вероятно, стоят и пасут людей. Но вы не против, если я вас снимаю? Нет. Потом выскакивают просто здесь. Меня догоняет вот тут автомобиль. Я еду спокойно. Догоняет меня автомобиль. Маш.
шевцюками в масках. Вот так вот закрыты у них глаза. Это эти копы? Нет, которые уехали. А, которые они уехали? Смылись. Они же якобы взяли у них показания, вот эти, которые сейчас уехали. Якобы. Ага. Они меня вот приперли вот так вот. Я говорю, что случилось? Вы подрезали автомобиль. Какой автомобиль? Как я могу резать, если я еду справа, автомобиль меня слева? Резать некак. Сейчас, секундочку. Саш, я занят немножко. Что там такое? Ну, занят, конечно. Сбрасываю, сейчас наберу. Да-да. Я уже повернула, уже нахожусь на прямой. Я не на повороте, я на прямой. Автомобиль догоняет меня. И тут это полицейский автомобиль догоняет? Нет, да? Это гражданский, какой-то красный. Mm-hmm. А полицейский, это не полицейский, это вот какая-то будка серая. Это не имеет отношения к дорожной полиции. Они были в камуфляжах, в сапогах с автоматами. Mm-hmm. Я их сняла, я вам сейчас покажу. Да, у вас есть запись? Да, у меня есть запись. А ну давайте посмотрим. Что это вообще? Вот они. А ну, подождите, давайте. Вот этот товарищ? Вот давайте, он. Давайте. Это видео или что это? Я сейчас разберусь, я сама нервничала. Нет, давайте по фотографии, фото. Чтобы я видел в камеру. Видно фото только, я видно, у меня памяти не было, и получилось фото. Так, вот это первое фото, да? Да. Прошу. Сейчас. Нет, тут, наверное, видео. Можно сейчас поставить? Минутку видео, наверное. Можно поставить так, чтобы было видно в камеру этого парня? Так, листаем дальше. Вот это их автомобиль. Если не тяжело. Нет, конечно. И еще есть там что-то, да? Вот это просто вот еще вот молодой человек, который. А что это за молодой человек? Якобы был там в автомобиле красном. Это в каком? Там где с масками сказал, были, да? Да, нет. Ну, в другом автомобиле, которого я якобы подрезала. Ага. Это все? Сейчас еще я проверю. Ну, желательно было бы видео. Было, я не помню сейчас на видео. А что они мотивируют тем о том, что они вас подрезали, что они вообще вышли там? Я не понимаю. Понимаете, легче всего сказать, что ты разговаривал по мобильному телефону и ты подрезал их. Им так легко, они так говорят. Понимаете, их шара, я одна. Ну, это понятно. Понимаете, их много, они с автоматами. Нахрапом, нахрапом. Они с автоматами. Они меня тут приперли. И сколько ты выпила? Ты сколько выпила? Понимаете? А кто вызвал вообще полицию? Вот эти. Вот этот вызвал полицию? Да, да, дорожную. А вы у него не спросили документы? Я спросила. Он сказал, что он не имеет права мне ничего показывать. Я говорю, как так? Вы обязаны. Вот вы же меня спрашиваете фамилию, имя, отчество. Вот ну мои да. документы. Угу. Я вам говорю, вы кто? Где-то такая служба у нас в Украине, когда не скажешь, кто ты, где твоя фамилия. У него сумасшедшие бегающие глаза, понимаете, на выкате. А ну дайте мне их. Сниму этого идиота. Ну, тут он еще как-то более-менее выглядит. Ай-яй-яй, какой пожалуйста, злой. Пожалуйста, будьте добры, снимите маску. Я же вам... Ну я да, я же как бы нормально, лицо. А вы... Я же не бандитка, я же не бегаю там это. Нет, они три человека с автоматами. Зайдите, перестаньте. Не, не страшно. Давайте сделаем так. А будьте добры, а кто вы, как вас зовут? Я вам не на камеру скажу, я просто небайдужий громадянин, потому что я просто увидел. Вы просто увидели? Я просто, да, я проезжал, я увидел. Я сейчас разговаривала с Кострюкова Людмила, она мне дала телефон вот... А кто такая Людмила? Это ваша знакомая? Это небайдужая, такая же, как и вы, наверное. Это моя университетская знакомая, когда, ну, коротко скажу. В прошлом году я сильно, серьезно пострадала. 5 лет у меня Гуфман отнимал мою школу, я директор частной школы. Станция такая нашумевшая в городе была история. Фамилия моя Скрипник, Любовь Петровна. Я 20 лет ваяла эту школу для детей. Потом пришел еврей Гуфман и сказал отдай. Я не отдавала 5 лет. Меня унижали как могли. Я слышал эту отдали ситуацию. Мое дело в прокуратуру. Я слышал эту ситуацию. Мои родители меня выкупили. Реально. Отдали Леонову деньги за меня. Реально. Реально я сейчас продала свою квартиру, чтобы рассчитаться. И живу в Кировском. Каждый день езжу на работу. Я уже эту дорогу знаю, как свои 5 пальцев. Понимаете? Я могу там на ощупь ехать, каждую яблоку знаю. Там специально что-то сейчас организовано, какая-то ловушка для людей. Понимаете? Откуда взялись вот эти полицейские? Откуда? Сейчас еще один товарищ на белом такси вышивает. Он подъезжает под людей, сдающих назад. Просит за это 6 тысяч. Подставляет свою машину. У меня есть его номер машины. Ну он как есть, просто номер машины и все? Он у меня в школе, да, и фамилия, имя, отчество, и расписка, что он деньги взял. Он просто подъезжает под людей, стоящих назад. Понимаете? Я понял. Это
такие люди сейчас, вот кто зарабатывает другом, кто умом, а эти люди зарабатывают вот этим. Вот эти, ну, гниды, которые живут. Есть у вас... Мы сейчас немножко сделаем по-другому. Я сейчас спешу. Да. В общем, напишите мне, пожалуйста, ваши координаты. Давайте я вам куда-нибудь сброшу, потому что у меня, к сожалению, я не пойму, у меня не оказалось ничего пишущего. Не, ну можете на Вайбер мне сбросить. Давайте. Номер вам говорить Вайбер. Давайте я свой, или номер Вайбера давайте. 093. Сейчас я тогда выключу камеру. Если таких людей берут в национальную полицию, горе нам. Такой человек может все что угодно предложить народу. Вот, понимаете, взять, встать вот так передо мной, выпускать.